Советского информбюро. В Восточной Пруссии наши войска вели наступательные бои. Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, овладели городами Хойницы и Тухоля, крупными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в западной части Польши. В Познани продолжались бои по уничтожению окруженного гарнизона немцев. Наши войска очистили от противника большую часть города, расположенную на западном берегу реки Варта. Войска 1-го Украинского фронта, развивая наступление, овладели на территории немецкой Силезии городом Грюнберг и в провинции Бранденбург городами Зоммерфельд и Зурау и заняли более 150 других населенных пунктов. На всех фронтах подбито 117 немецких танков, в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 39 самолетов противника.